Меня зовут Мариам Набатанзи. Мне 39 лет. Бог благословил меня на рождение близнецов. Сначала я родила двоих, потом еще двоих и еще двоих. А в четвертую беременность я родила четверых детей сразу. Потом я стала рожать по трое и по четверо, детей. В общей сложности я рожала 15 раз. Это мой последний ребенок. Он единственный родился один, не двойняшка. Всего я родила 44 ребенка.